покупаете товары местных производителей? Нет. А какие у них товары-то? Ну, допустим, фермерские продукты у нас же есть. Нет, я раз купила, масло написано, а там сливки недобитые. Когалымский хлеб берем всегда. А почему? Потому что вкусный. Хлеб местный. А почему? Ну как, привыкли уже за столько лет. Ну, ягоды мед мы берем когалымские, это ж местные. Вот у нас есть Федя, я не знаю, как его фамилия, Федор, вот они павильончики держат здесь, вот. У него очень хороший продукт, я беру только ее. Сметана. А где? У фермеров здесь. А почему? Ну, настоящая, живая, так скажем, угу. Как домашняя, как деревенская. Хлеб покупаем, да, обязательно, в пекарне. А фермерские продукты? Ну, как-то нет. А где они продаются-то? Мы всегда берем продукцию в Агронике, в магазине «Фантазия». Очень нравится, довольны. То есть настолько, что предпочитаем только эту продукцию. Фермерская продукция? Нет, тоже не пользуемся, не покупаем, а вообще, не приобретаем. Знаете, ну, югорские другие товары там сделаны, в Югре бренд такой есть. Нет, даже не знаю их, не слышала. Никакой. Молоко, мясо когалымские. Нет. Хлеб. Ягоды. Нет. Яйца. Ягоды покупаю у Хантера, да. Молоко не беру, но кисломолочная вот такая продукция. А что местное здесь производит у нас? Воду? Нет, мы не покупаем. Орешки, самое главное. Самый такой брендовый продукт. Мы предпочитаем продукцию нашего молочного комбината. Мы покупаем молочные продукты только в Агронике. Так как всегда свежее, творог, сметана, мы предпочитаем вот такие вот продукты. Когда вот тут было, покупали раньше. Что покупали? Сметану, молоко, сало. А в пекарнях там что-нибудь у нас приобретаете? Я сама стряпаю.